Об итогах внутреннего государственного финансового контроля за прошлый год в муниципалитетах говорили сегодня на совещании председателя правительства Якутии. За 2016 год контрольные мероприятия прошли в 14 районах. Сумма установленных нарушений составила 2 миллиарда рублей. Само же финансирование за прошлый год превысило 53 миллиарда. Значительная сумма нарушений в основном при использовании средств на реализацию государственной программы Республики Саха-Якутия обеспечения качественным жильем на 2012-2019 годы. 952 миллиона рублей или 41% от общей суммы нарушений по муниципальному образованию. Наиболее часто встречаются нарушения в области строительства, в том числе в рамках реализации подпрограмм переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем работников бюджетной сферы, обеспечения жильем молодых семей. Не соблюдаются установленные сроки завершения строительства и реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, перечисляется аванс сверхустановленных норм, не обеспечено софинансирование за счет средств местных бюджетов. В рамках реализации под программы индивидуального жилищного строительства предоставлены субсидии на покрытие транспортных расходов физическим лицам, не являющимся ни застройщиками, ни заемщиками по договорам.